Ну, Крый, прокомментируй, пожалуйста, сегодняшний матч. Не могу сказать, что не настроились на эту игру. Мы много разговаривали об этом перед игрой. Ну, получилось так, что первый тайм полностью почти провалили, без моментов играли. Ну, во втором тайме играли лучше. Появились у нас моменты, когда Ито зашел во втором тайме на замене. Тогда уже начали играться более агрессивно, более атакующий футбол. Знаю, Ростов выглядит тоже хорошо, они молодцы, боролись до конца. Я думаю, ничья, закономерный результат. Счет по игре? Счет по игре.